Всем привет! С вами канал Лакшми Гул. Хочу вам рассказать о парке миниатюр в гидропарке. Сначала он назывался парк миниатюр Киева. После того, как добавилось огромное количество экспозиций, его назвали парк миниатюр Украины. Здесь экспозиции из многих городов и областей Украины. Очень интересно. В парке можно посидеть на лавочке, отдохнуть. Он тенистый достаточно, в жаркий день здесь комфортно пройтись. Из таких экспозиций, которые взяли за душу, конечно, был стадион Донбасс-Арена, который в данный момент разрушен, и очень много людей погибло, его защищая. Вторая страшная экспозиция – это Чернобыльская АЭС с разрушенным энергоблоком. Ну и несколько дворцов, которые находятся сейчас в оккупированном Крыму, тоже как-то радости особо не приносят. А так, в общем-то, интересно. Даже мы увидели, что в городе Киеве есть на Лукьяновской улице мечеть. Об этом мало кто знает, что в Киеве есть мечеть, но вот здесь она представлена. Здесь не все экспонаты в видео. Поэтому будете в Киеве, добро пожаловать, смотрите, приходите. Итак, с вами был канал Лакшми Голд. Всем спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!